Всем привет! Вечер уже, прям вечер-вечер. Так, откуда я приехала, я уже не помню. Наверное, уже 8. Так, сейчас скажу, сколько время. 7:44, да, 8 часов. Но я съездила в магазинчик, закупилась. Ягодки, мы же без ягодок не можем, без всяких там овощей, фруктов. Позаканчивалось все. Вот, ну я и поехала. Днем некогда было, поехала уже вечером. Такая довольная. Всяких вкусняшек купила. Малинку. Чернику, кстати, не купила, голубику. Клубнику купила, а я что-то и не видела чернику сегодня. А малину купила, клубнику и вот эту вот blackberries, это я забыла, как называется. Ежевику. Make a U-turn. Вау. Красивый комплекс жилой. Все, вернулись. Это далековато от дома просто. Что я еще купила? Я купила мясо, рыбу купила. В этот раз купила, которую дикий салмон. Не которая на заводе, на ферме выращена. Как сказать-то? Фермерская, наверное. Рыба разве на ферме? Вот. Попробуем разницу дикой рыбы. Ну, наверное, она есть, конечно же. Дикая лучше из диких вод аляскинских, чем на ферме выращенная. Вот. Даже в Атоме вот это вот, почему хороший, омега-3 хорошая? Потому что она из дикой рыбы, из аляскинской рыбы, из холодных вод. Вот. Поэтому она такая, там много вот этих вот кислот. И она более полезная, хорошая омега. Ну, в общем, так-то. Там не помню уже, что купила, короче, но закупилась на $190. Ой. А все нужно. Вот, я люблю ездить. Я так люблю ездить. Взяла, села и поехала в магазин. Надо же. Нет бы дома посидеть. Ну, я уже сидела сколько можно. Надо же выезжать. Короче, поехала и по магазину походила. Купила то, что мне нужно. Никто меня не подгонял. Вечером народу-то почти нет. Вот такие дела. А как у вас дела? Как у вас день прошел? Или вечер? Как у вас погода? Напишите, у кого как. Как погодка? Я вот сегодня пришла, что-то так, видимо, с непривычки, что столько дома сидели. Она вообще-то днем никогда не спит. Смотрю, на диване вырубилась. Спит уже такая, лежит. Я говорю, ничего себе. Вот тебе и это самое. Устала, видимо, в школе. Что, врезались, что ли? Ну что же вы на ровной дороге-то? Ну зачем так-то? Как некрасиво получилось. Ай-яй-яй. Взял, повернул налево. Видимо, перестраивался. И тут в него вот так тыщ. Не сильно, но неприятно. Стоят вот на этих огнях-то, как их там называют,
разговаривают прям посреди дороги. Небезопасно. Хоть это и не фривей, но все равно. Мы сейчас, кстати, надо сказать, ну просто если даже поверну вам камеру, вы ничего не увидите, потому что темно. А так, мы сейчас в данный момент городок, ну это так написано, village, как бы деревня. Уиллингтон. Вот, и она такая симпатичная деревня. Тут хорошая тоже школа, говорят, хорошо жить, но до океана 35, наверное, 40 минут, потому что берег же, он вот такой, он изгибается, поэтому в этой части до берега дальше, чем от такого же самого расстояния, например, 441-я дорога, например, да, в Бока-Ратон, там ближе до океана, потому что там изгиб, ну вот, а здесь от этого Веллингтона, то дальше до океана. Но здесь хорошо, здесь очень приличненько, симпатичненько, красивенько, но далеко. Ну, мне захотелось сюда доехать, прокатиться, люблю кататься. Прокатилась. Вот, но нам здесь предлагали жилье, мы не особо, я соглашалась. Но уже рассматривали, когда уже нужно было хоть что-то взять, чтобы хоть вообще, ну, чтобы не потерять вот это вот финансирование. Чтобы не потерять финансирование, надо, ну, я уже и здесь тоже рассматривала, но не хотелось нам, потому что далековато, очень далековато. А сам этот городок очень симпатичный. Какой-то такой, кажется, что новенький, знаете, здесь хорошие улицы такие. Вот я по 441 еду, очень даже симпатично, и вокруг такие комплексы хорошие. Вот, и плазы, и магазины, такой, как что, ну, новенькое такое какое-то. Не совсем, может, новенькое, но новее, чем в других, например, прибрежных ее частях. Ну, короче, надо просто смотреть. Надо смотреть. Но здесь, я знаю, русскоговорящие тоже выбирают вот, из-за школы, из-за вообще там, ну, хороший городок. Вот выбирают Бока-Ратон, Веллингтон, вот этот вот Веллингтон, а потом Вестон, Паркленд, вот такие города, где хорошие школы и приличные такие районы, вот они все хороши. Так что вот, вам на заметку. Ладненько, все, собственно, просто завершение дня такое, чуть-чуть поболтала с вами. Всем пока-пока, увидимся завтра. Привет, мои хорошие. Знаете, сколько градусов сейчас у нас во Флориде? 6 утра, 6:30 утра и 12 градусов. Я такая еще выхожу, думаю, не поняла, что такое? Что такое холодно? Как хорошо, что в машине подогрев. Подогрев, я имею в виду сидений и спинки, и сиденья. Сейчас еду горячо, так хорошо. Вот она и зима пришла. 12 с плюсом, со знаком плюс, конечно. Но все равно. А что мы встали? Че, авария опять? Смотрите, какая красота у меня сегодня. Капуста. Просто капуста белокочанная и грибочки, которые я вам показывала в пакете из Trader Joe's. Ну, грибочки можно разные, можно даже шампиньоны пожарить просто. Вот. Сейчас я, когда она уже закончится у меня тут, я потом ее подсаливаю. Я не солю во время. Когда она не будет уже так жариться и кипеть, и сильно высокая температура не будет, я подсолю, потом чуть-чуть подперчу, может быть. Вот такая вкусняшка. А, я еще, знаете, что положила? Я не на растительном, ни на каком масле, я решила сегодня на топленом сделать. Ой, я думаю, что это очень вкусно будет. Я люблю жареную капусту. Где-то она поджарена, где-то тушеная получилась.
еще поготовиться немножко, и все, я уже